Джон Серл построил генератор с применением магнитных полей, чтобы заставить поток электронов течь от редкоземельного элемента через систему вращающейся намагниченных частей, чтобы эти электроны могли быть собраны вместе.
Будучи отрицательно заряженными, электроны сжимаются, провоцируя падение температуры и создавая энергетическое поле, которое излучается генератором. В 1956-м я паял что-то. Мне нужно было собрать очередную модель. Но в тот раз мы не подавали к установке питания. Я хотел провести измерение, посмотреть, что покажет мне осциллограф. Совершенно случайно, когда я поднес горящий паяльник к проводу, чтобы припаять его, мне это не удалось. Что-то в этом устройстве охлаждало окружающие объекты быстрее, чем мы их нагревали. Это объясняло некоторые особенности поведения первых моделей. Объясняло, почему, когда я брался за нее, то прилипал к ней. Джон Сирл построил генератор, который стал сверхпроводником, создающим сильный холод. Они не пришли, чтобы убедиться в том, что все, о чем я говорю, правда. Существует условие для получения магнитной волны, синусоидальной волны. Эти волны выступают в роли реки. Тогда третий этап длится до тех пор, пока не начнется реакция. Чтобы запустить ее, нужно поместить на волну намагниченный ролик. После чего эта волна начинает двигаться.